Городские газоны засияли новыми красками. Работники предприятия «Владзеленстрой» в этом году высадили неприхотливые сорта цветов – бархатцы, амаранты, георгины, цинерарии, сальвии. Сейчас растения вступили в активную фазу цветения и будут радовать горожан до самых холодов. За клумбами ежедневно ухаживают работники предприятия. В жаркую погоду увеличивают объемы полива, расчищают газон от сорняков. Это нелегкий труд, который, по их словам, не всегда оценивают жители города. Цветы срывают, в клумбы бросают мусор. Руководство предприятия просит горожан ценить красоту и беречь городское имущество. Мы стараемся высаживать более неприхотливые цветы. То, что наши бархатцы, тагетис по-научному, цинии, сальвию, антирину. Мы как бы стараемся, чтобы они приживались хорошо и выносили на городские условия. Аж сердце вздрагивает, когда думаешь о несознательных гражданах наших, которые просто кощунственно берут и выкапывают наши цветочки, опустошают наши клумбы. Уже цветущие цветы берут, набирают в пакеты и уносят. Хочется к ним обратиться, чтобы они берегли свой город и ценили наш труд.